задоволення не набридало, треба частіше змінювати упаковку. Тому жінки із задоволенням слідкують за модою і підкорюються їй. А от які упаковки будуть в моді восени 2012 року, дізнаємося, як завжди, із порад нашого стиліста. Привет, с вами Кристина. Сегодня мы с вами поговорим о новой коллекции «Осень 2012». Я вам расскажу о новых тенденциях этого сезона. Расскажу вам о том, что в этом сезоне, то есть осенью, также модно макси. В отличие от летней коллекции, макси наряды в этом сезоне отличаются длиной рукава, так как они тепленькие. Цветовая гамма сдержаннее, так как в этом сезоне очень модные цвета бордо и зеленый. Вот вам наглядный пример этого модного цвета. Украшают это платье золотые пуговицы, вот аккуратный черный тоненький поясок. Качество здесь просто шикарное. Можно его сейчас носить, например, под балетки, под каблук. И когда похолодает, вы с легкостью можете одеть кожаную курточку короткую. Вот, в сочетании с, например, черная куртка, черные сапоги. Вот, ну, можно играть, как вам нравится. Продолжаем говорить о макси и платьях. Так как осень в этом году у нас выдалась теплой, есть такой вариант, который с коротким рукавом, тоже макси-платье, осенняя коллекция. Как вечерний вариант его можно одевать, так и повседневным. Классический синий цвет. Отсутствие бантов, в принципе, они в этом сезоне не актуальны. Здесь присутствует тоненький пояс, змейка, средняя длина. Воротнички, кстати, сейчас то, что, может быть, пришло из того времени, но сейчас это очень модно, актуально, поэтому не бойтесь покупать блузки с маленькими воротниками. Вот, в этом платье у нас идет, помимо воротничков, фонарики, имитация блузки, что тоже, в принципе, оригинально для повседневного классического платья. Пошив идет, здесь юбочка идет тюльпанчиком, у кого широкие бедра, смело могут его одевать и чувствовать себя комфортно. Косые карманы, что всегда очень удобно, в принципе, очень удачная, классная модель. Вы можете смело приобретать вещи с леопардовым оттенком, так как это очень актуально в этом сезоне. В принципе, платье очень простое, ничего сверхъестественного нет, но рукава, в принципе, дают яркость и оригинальность этому платью. Видели? Вы видели вот это вот? Понятно, что это такое? Мне не очень, если честно, понятно. Но на самом деле это очень крутая штука, межгалактическая. Я вам серьезно говорю, она мне сегодня приснилась. На самом деле эта туника, я пошутила, она очень классная, она очень стильная, она невероятно крутая, вы не понимаете, ее можно носить под джинсы, под лосины, под колготки, удобно, сочетание цвета сочетается со всем. Можем забыть про наших женщин батальных размеров. В наличии имеются вот такие шикарные блузки, которые сочетаются с синим цветом, с черным цветом, с юбкой, с блузой. Вот. Они, в принципе, идут свободного покроя. Здесь идет легенькая резиночка. Вот такие вот юбочки. Вот, свободные довольно-таки тюльпанчики. Вечерний вариант, опять же, из батальных размерчиков. Вообще это платье себе включает много разных элементов. Смотрите, вот такая вот золотистая вставочка. Здесь идет шифон, здесь идет гипюр, рукавчики у нас фонарики. Сзади у нас идет
секси штучка. Здесь идет опять же шифон с таким выпадом, как лодочка. Ну, что я могу сказать по поводу цветов, которые модны в этом сезоне? В этом сезоне точно, что я читала в журналах, что говорят Dolce & Gabbana, Emporio Armani, это бордо, это зеленый цвет. Но я вам хочу сказать от себя лично, что в этом сезоне осенью всегда должны быть модные яркие цвета, благодаря которым будете улыбаться вы и ваши окружающие. А, кстати, вы заметили, что вы не в привычном Шантале. Это сестра первоначального Шанталя. Вот, приходите в Европорт.